А что это горит? Эта станция почти полностью свободна. Вон девятиэтажки до центра. Центр добавился. А тут, говорят, снайпера работают еще. Здесь снайпера работают в девятиэтажке. Вон на высотке, прямо перед нами. Наши отработали танки. Там сгорел, там взорвали. И взорвали бэху. Там стоит минометный расчет, и снизу еще три танка. Три булата. Сейчас наши танки выезжают. Сейчас они отработают на той высотке. Сейчас танки выйдут, начнут работать. А вон вдалеке висит Светодарск. Горит. Угу. Этого укропа подорвали газовую трубу, газовую ветку. Она уже 4 дня горит. Угу. У людей нету ни газа, ничего. Абсолютно обесточили всю инфраструктуру вокруг. Следовательно, в Светлодарске там водохранилище, они собираются взорвать блатину. Как думаешь, взорвут? Ну, я думаю, что они не успеют, потому что наши, вот, наши обкладывают их не позиции. Вот наши танки. Сейчас наши танки начали обстрел высотки. Это Мироновский, наши накрывают в Мироновском укрепрайоне. Минометный разрыв, видишь? Укропы в облике поляков днем выходят группами по 10-12 человек. И видишь акулки? Этими акулками и уходят вниз. В белых маскалатах маскируются, лежат, потихоньку идут. И наши минометные расчеты, 82-е, накрывают эти акулки кругом. Ну, видишь, обстрел идет? Угу. Накрывают акулки для того, чтобы поляки не смогли выйти. Тут в районе где-то около 600 поляков. Наемник. Это у нас поле боя. Вон, покажи, дом горит. Это укропы сегодня обстреляли Дебальцево. Накрыли Дебальцево. Вот наш танк стреляет. Стреляют высотку нашу. Сегодня укропы пытались совершить контрудар-прорыв со стороны креста. Но армия ДНР и ЛНР нанесла им мощный ответный удар. Пока о потерях неизвестно, разведка еще не доложила. Но потери у них очень хорошие. Танк. А? Танк оттуда стреляет. Он наш, видишь, он стреляет. Отстрелили в зеленку. Угу. Чтобы эти товарищи укропы с поляками не могли пройти, загрызли ногой. Если они заходят в зеленку, то их там накрыли. Ну, слышишь, он стреляет наш сзади. Так-то. Вот оно, поле боя. Посмотрел сзади, вон Дебали. Это вот. Сортировочная. Сзади, он дальше нас сзади. Сортировочная. Дебали. Мы находимся на высотке. Вон там Дебали вниз, частный сектор за сортировкой вниз. Там частный сектор. И вон там вот центр и крест. Нам осталось чуть-чуть. И Дебали свободно. Для них заканчивается. Че? Ну это наши танки, друзья. Батальона «Август». Ох, мощь, да? Укропы содрогаются от этой мощи. Видишь, зеленка обстрелит. Сказали, что по зеленке по это шли видимые движения были. С наших танков со осколочных фугасных обстрелили все зеленку. Ну так. Мы перед этим обстреляли высотку, оттуда били минометы. Сейчас миномет уже не бьет. Дострелялись.
Я думаю, что дострелялись. Потому что туда выпустили не одно БК с танка, осколочно-фугасных. И попаданий было много. Конечно, БК не взорвалось, не видно, но видно, что повредили хорошо. Мироновская. И валят туда. Пока еще Луганская свободна, они валят туда. Сейчас мы пойдем зачищать вот эту территорию. В правую сторону Дебальцева, со стороны Артемовска. Сейчас зайдем, будем зачищать. Армия ЛНР и подразделение ДНР. Совместными усилиями пойдем зачищать. Вылазят с подвалов, плачут, наверное. Что сказали укропу по телевизору, что здесь мирных жителей нет, и все это вранье. Мирные жители все есть на месте. Все живут. Они попрятались в подвалах, все в подвалах. И сними он дома. Все дома разрушены. Тут сколько горят, домов? Видишь? Вон только загорелся дом. Да, вон дом горит, вон дом горит. Вон дальше возле завода, видишь, горит. Вот дом горит. Укропы обстреляли. Чтобы не говорили, что это мы обстреляли, вот, пожалуйста. Нас обстреляли, дома горят. Вот такая